Серьезной проблемой для сферы образования является дефицит ученических мест. Наиболее острая ситуация в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Астане, Алмате и Шымкенте. Более 700 действующих школ имеют большой износ. Четверть из них расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет. Проблема изношенности инфраструктуры характерна и для сферы здравоохранения. Имеющиеся районные больницы не в полной мере могут предоставить специализированную медицинскую помощь. Пациентам приходится ездить в крупные города. До 2026 года предполагается построить не менее 800 тысяч ученических мест. Должны быть также построены 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и 32 многопрофильные центральные районные больницы.